18-я автозаправочная станция «Змей Горыныч» на Северной окружной открыта. В честь праздника три дня до 2 сентября. На новой АЗС бензин стоит всего 40 рублей. Кроме позитива, на этих заправках «Змей Горыныч» люди будут получать качественное топливо, качественное обслуживание. Я думаю, что мы будем развиваться и дальше. Я хочу пожелать вам всем сказки. Вот как мы работаем в сказке, и у нас все сказочно получается. И у нас и сказочные призы, и сказочное топливо. И вообще у нас все здорово. И дай Бог, чтобы у наших клиентов и у наших любимых коллег и партнеров тоже все было сказочно. Всем счастья! Атмосферу праздника разделил и первый клиент АЗС «Змей Горыныч» на Северной окружной Евгений Гудков. Он является клиентом этой сети заправок уже давно, поэтому приехал с самого утра. Евгений признается, обычно заправляется 92-м бензином, но в день открытия и благодаря акции решил побаловать свою машину 95-м бензином. Заправляюсь очень давно, часто по работе заезжаю, очень удобное расположение, система скидок. В принципе, хороший бензин, все нравится. Остальные клиенты АЗС тоже остались довольны открытием новой заправки. Качество топлива и обслуживания, а также услуги заправщика являются главным преимуществом. К тому же все покупатели отмечают позитивный настрой, который дарят сотрудники. Мы всегда здесь заправляемся. «Змей Горыныч» – хорошая заправка, качественный бензин. Нас вполне устраивает. 40 рублей бензин 95-й. Ну да. Цена немножко привлекательная, да, так скажем. Вот так вот заехали, посмотрим. Если так оставит цену, мы всегда будем клиентами. Важной особенностью сети АЗС «Змей Горыныч» является наличие собственных хранилищ нефтепродуктов, что помогает холдингу регулировать ценообразование. У клиентов же появляется возможность покупать бензин по более низким ценам. Широкий ассортимент продукции и услуг, высокое качество топлива и услуг, выгодные в сравнении с конкурентами цены, удобное место расположения наших заправок и специальные предложения делают их особенно привлекательными для клиентов. Приглашаем и вас оценить качество нашего топлива и услуг и также принять участие в нашей затее «Удачи в придачу». Ждем вас на АЗС «Змей Горыныч». Затея «Удача в придачу» – это акция, которая также стала любима клиентами заправок «Змей Горыныч». Это беспроигрышная лотерея, в которой автоматически принимают участие все владельцы бонусных карт. Главное условие – заправляться на АЗС. И тогда появляется возможность выиграть от 10 до 50 литров топлива в неделю и получить выгоду до 40%. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».